лишний килограммчик. На тебе увидели целлюлит. Вау, это как гром и молния среди ясного неба. Что делать, что делать? Слушай, предлагаю твоему вниманию лучшие средства для похудения. Эффективные. Тебе только утром натощак надо что-то съесть. Или ничего не есть. Я уже не помню. Я сейчас хорошо подумаю и потом обязательно скажу. Разговаривать не надо, приседайте за упор. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется. Водными займитесь процедурами. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется. Водными займитесь процедурами. Раз, два, три, четыре. В здоровом теле отличная память. Я вспомнила. Значит так, если вам хочется кушать, попейте воды. Снова хочется кушать, ну тогда опять попейте воды. Ну что, не помогает? Ну тогда придется покушать. И главный секрет, только никому не говорите. Можно кушать все, но на ведро меньше. И тогда результат вот налицо. Ну или на лице. Большое спасибо вам за то, что вы посмотрели наш видеоролик. Полностью видеоролик сделала Валюша. Она использовала программу Viber, и когда еще была там функция отправить анимационное сообщение, именно с его помощью отправляла такие анимашки мне, и я их сохранял, чтобы впоследствии сделать небольшой такой веселый видеоролик о том, как можно похудеть. На самом деле все в вашей голове, то, как вы к себе относитесь, и то, как вы следите за своим здоровьем. Если вам понравился видеоролик, поделитесь им с друзьями в соцсетях. Ну и, конечно, по лайкам мы будем видеть, как сильно вам он понравился. Спасибо большое, подписывайтесь на наш канал. И сейчас перед вами другие видеоролики, которые тоже будут вам интересны и поднимут вам настроение. Спасибо, что вы с нами. Пока!